Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня 5 декабря, сегодня Международный день волонтера. Но это слово мне не очень нравится. Есть хороший вариант российский – это добровольцы. Человек, который помогает тем, кому нужна помощь, кто находится в трудной жизненной ситуации. Молодая гвардия программу «Я доброволец» обозначила одной из первых своих программ. И мы в каждодневном формате помогаем и ветеранам войны, и детям, которые остались без попечения родителей, и людям с инвалидностью. Молодогвардеец-доброволец, все-таки мне слово «волонтер» не нравится, это человек, который внутренне готов помогать. У него внутренне есть потребность сделать доброе дело. Я думаю, что если каждый заглянет себе внутрь, он увидит, что он способен сделать добро, и, может быть, в день 5 декабря он отложит какую-то часть своих дел и поможет тем людям, которые в ней нуждаются.